22 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Хызынский район ознакомился с работой по реконструкции, проводимой в парке Гейдара Алиева. Глава исполнительной власти Хызынского района Хазар Асланов проинформировал главу государства о работе по благоустройству, проведенной в парке. Отмечалось, что для содержательного отдыха и рациональной организации досуга жителей района парке, разбитым на территории в 3,6 гектара, последовательно ведутся реконструкции и строительно-монтажные работы. Во время реконструкции особое внимание уделено согласованию традиций национального зодчества с элементами современной архитектуры. Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена подробная информация о проекте реконструкции центральной части города Хызы. Было сообщено, что предусмотренный проектом Хызы Гранд Отель будет построен на уровне самых высоких стандартов.